Сегодня гость нашей студии – врач Анна Михайловна Осипова, детский хирург, андролог. Камень из мочевого пузыря. Вот что это за болезнь? Это уже взрослая или у детей это тоже встречается? К сожалению, встречается и довольно часто. В детской хирургии большая часть патологии у нас врожденная. Хирургии женщин. Все зависит от темперамента и характера. Специалист, который андролог, да. Это мужчина. Да. То есть вы занимаетесь мальчиками? Не только. Урология занимается заболеваниями, грубо говоря, водопровода. Водопровода, да. Да. Прекрасное сравнение. Вот, когда мы рассказываем, мы сразу рассказываем обоим. И взрослые женщины этим чаще страдают, и девочки в том числе. Ребенок может в течение дня вообще воду не пить.